60-летний мельковчанин попался на передаче 300 тысяч рублей инспектору ГИБДД. Он пытался избавить от наказания своего 35-летнего сына, который сел за руль в пьяном виде. Как рассказали в полиции региона, встреча отца нарушителя и инспектора проходила под контролем стражей порядка. В момент передачи денег мужчину задержали. Сумма взятки, которую он пытался подкупить автоинспектора, считается особо крупной. Таким образом, пытаясь спасти сына от ответственности, мельковчанин сам попал под следствие. Камчатские следователи уже возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, то есть 21 миллиона рублей. Отмечается, что сын подозреваемого работает водителем в одном из госучреждений Мильковского района.